Когда-то Андропов, как только стал генеральным секретарем КПСС, сказал фразу: «Пусть империалисты знают, если они нас не тронут, то и мы их не тронем». Это был сигнал, который Андропов посылал Западу: «Ребята, давайте жить дружно». Это было очень наивно, потому что эти ребята никогда не будут жить дружно и никогда не оставят Россию в покое. Замечательный советский разведчик Леонид Владимирович Шабаршин однажды сказал: «Западу от России нужно одно, чтобы ее не было». И то, что мы слышали в 90-е годы и слышим сейчас от западных лидеров, это именно в этом направлении. А все разговоры о дружбе, о демократии, это как Галич пел, это рыжий все на публику. Последние 20 лет Россия постоянно проигрывает информационную войну. Запад и его пятая колонна здесь в средствах массовой информации шельмовала в 90-е годы, она шельмовала нашу армию, которая воевала в Чечне, шельмовалась наша история, поливалась грязью русская традиция. Это в последние 5-6 лет можно говорить о русской традиции. В 90-е годы человек, который говорил о русской традиции, становился автоматически красно-коричневым, ну и так далее, и так далее, и так далее. События последнего года — это выборы, президентские выборы в России, это шабаш в храме Христа Спасителя, целый ряд других событий показали, что информационную войну Россия проигрывает здесь, внутри страны, той части средств массовой информации, которые работают на Запад, и по сути не просто, а являются частью западных медиа, западной медийной сферы и Западу. Что в этой ситуации делать? Недавно я прочел очень интересную статью Израиля Шамира в интернете, которая называется «Взять почту и телеграф». Шамир пишет, что медиа — это древо, корни — это агентство новостей, которые устанавливают повестку дня, то есть определяют, что важно, каков общий взгляд. Ну, на Западе это Рейтер, BBC. Затем следующее, ствол, это аналитические высоколобые газеты, которые связывают медийную сферу с университетами, с академией, с учеными, с высоколобами. Эти газеты могут быть не большого тиража, но, как говорил Эйнштейн, мир понятие не количественное, а качественное. Они транслируют повестку дня. И дальше идут уже газеты, таблоиды и так далее, и так далее. Шамир совершенно правильно зафиксировал тот факт, что нынешняя президентская власть, она контролирует только вот эту вот верхнюю часть. А газет, которые формировали бы повестку дня, у нас либо нет, либо они транслируют западную повестку дня, то есть являются элементом западной пропагандистской машины. И Исраэль Шамир абсолютно точно зафиксировал ситуацию, когда он пишет, что представители некоторых наших газет и некоторых наших радиостанций, таких эхового типа, они очень четко себя ведут как представители метрополии по отношению к местной власти, которая в лучшем случае какая-то такие местные царьки здесь, а они представители совсем другой власти. И вот эта наднациональная власть над средствами массовой информации, она очень четко просматривается в современном мире. Я хочу напомнить историю с тем, как освещался, например, арест Стросс-Кана. Если вы смотрите CNN, BBC, Euronews, такое впечатление, что крутилась одна и та же кассета. Разные средства массовой информации давали одну и ту же картину.